Привет, зрители. У меня тут бытовушно съедобный обзор хавчика из пятерки и покупки Wildberries. Сначала я заползла в Wildberries, вообще оно как бы уже дошло. Что-то уже дня три лежит, что-то только пару дней. Но как-то у меня получилось только сегодня забрать. Сейчас будет повторяшечка. Повторяю, как принято у бьюти-блогеров говорить про какую-нибудь косметическую хренотень. Я тот еще не закончила, но этот был по скидке на тот момент, когда я покупала. Сейчас он снова по 312 или как-то так. На Озоне он, по-моему, 600 рублей за килограмм. Вот на Wildberries он у одного только производителя. Если не забуду, оставлю ссылку. Если забуду, напишите в комментах. Я оставлю уже в комменте ссылку где-нибудь закрепленном. Короче говоря, мир вкуса и аромата, релиш, пюрешка картофельная 12 месяцев живет. У меня там как бы, ну, 3/4 пачки еще есть. А это стоило 275. Я думаю, 275. И так недели уже полторы такая, еще такая болеющая была. Думаю, ну, как это мне заказать? Ну, даже чисто вот в деревню взять, если не весь мешок, то где-то половину. И мне чисто хватает 2 столовых ложек с горкой на тарелочку, конкретно пюрешка, чтобы похавать. Горяченькой водички, либо тепленького молочка, немножко можно сливочного масла положить. Но у меня молоко обычно козье, и сливочное масло тоже козье. Фигак, оно уже тут в составе, соль и как бы картошка. Все, можно немножко укропчика положить, каких-нибудь специй, какой-нибудь там салат, который делают заготовкой на зиму. Можно даже не ложить, просто вот, я вообще люблю пюрешка картофельная с солью, без никто. А тут уже вот готовое. Вот, оно стоило, качественный продукт, 275 рублей за килограмм, и я решила его заказать. Оно в обычной такой вот этой пленочке. Сделано оно у нас так же, как и то мое предыдущее, 18 ноября прошлого года, живет 12 месяцев. Если вот у вас в этом году, в том году вообще считается, прошлогоднего урожая, уградилась картошка, как у нас, вот такая в основном, и вам геморно ее чистить, ну, как бы в очистках варишь, очищаешь, потом жаришь, либо в салат фигачишь, либо можно запечь, конечно, прямо в шкурках. А вот так вот, ну, а то замаешься чистить чисто, чтобы сварить картошки, потом сделать пюрешку, да? То идите на Wildberries, закажите себе такую пюрешку. Вообще классно, мне так нравится, я ее пару раз в Инстаграм рекламила по собственному желанию. Короче, случайно совершенно увидела. И я так по отзывам поняла, что это уже давно такая юзабельная штука. У меня есть еще книжка для рецептов для микроволновки, тетя отдала, я как-то всю ее никак не досмотрю. Меня еще просили обозреть эти книжки, которые у меня там есть, такие типа как бы кулинарные. Еще, блин, я уже 2 года как пытаюсь собраться и обозреть книжку, первую эту книжку своих рецептов с кукпеда, с лажами такими. И вторую там еще уже назрела на тот момент. Ну, как-то вот когда-нибудь руки доберутся. Мешочек для запекания картофеля в микроволновке. Цвет красный. Торговая марка 101 VIP. Страна Китай. Текстиль. Швой из Питера. Вот такой мешочек. И я по отзывам читала, что в таких мешочках можно запекать вообще как бы овощи. Ну, там кто-то делает овощи на винегрет. 4 минуты в микроволновке на полной мощности, и картошечка готова. Вот. Все говорили, что он какой-то тоненький. Нормальный мешочек, нифига не тоненький. Я уж думала, что там вообще не пойми, что придет. Иногда вот люди пишут отзывы, то ли из пакости. Знаете, вот как некоторые приходят на мой канал, чтобы дизлайков поставить, там каких-то жалоб куда-то накатать. Мне потом приходит проверка моих роликов перед заливкой не автоматом, а 2 часа. Вот пару раз так было. Видимо, такие же кретинические биологические отбросы пишут отзывы на хорошие вещи, плохие. Вот, хороший мешочек. Ну, тут веревочка торчит, но она как бы просто ниточка, она ничего. Все нормально прошито. Можно сейчас этот мешочек вывернуть. Чисто вот мне интересно. Просто, знаете, иногда на том же Wildberries куча таких вот, ну, одна звезда там стоит, думаешь, что ж такое, вроде с виду нормальный продукт, читаешь отзывы, все нормально, 11-й отзыв нормальный, и куча каких-нибудь дур и дураков, которые: вот, мне задержалась доставка, ну, продавец-то, блин, не это, как бы, не влияет на то, что тебе Wildberries могла доставку задержать, да, вот сам продавец, сам вот этот производитель, мне там пришло в скрытом пакете, но это ж не влияет на качество продукта, ну, что вот за... Даже мата нет.
фиги ты идиоты, пужа. Ну да, вот здесь вот как бы не совсем так хорошо обработаны края, но прошито хорошо. Ну, полезет он чуть-чуть. Ну, на свойствах-то его это никак не отражается. Тут, в общем, такая ткань, тут другая ткань. Там внутри, не знаю, может, какая-то прослойка. И вот фигачите сюда картошку. Ну, вообще было написано, что там его как бы первая обработка, там на немножко в мыльной водичке его подержать, отжать, высушить и уже пользовать. Как бы точно так же, как покупаете медленноварку, окачиваете вот эту керамическую чашу в мыльной водичке, высушиваете вместе с крышкой, а потом пользуете. Отличный мешочек. Все, вообще круто. Вот он. 200 с чем-то рублей стоит. Причем на вот на Озон он на 100 рублей дороже был. Так, и что у нас тут еще? Сбилась мечта идиота. Правда, они такие сволочи дорогие. Я тогда на Алиэкспресс заказала форму для шоколада. Она на деле оказалась вообще не знаю для чего. Там миллиметра полтора от силы. Вот это надо приноровиться, чтобы туда что-то залить, и чтобы оно вылезло. Тут вот вполне себе приличная форма для шоколада. Хорошо запакованная, ничего нигде не сломанное. А то читала отзывы, что где-то там кому-то пришло через... Ну, в общем, сломано. Мне вообще пока ничего такого не приходило, чтобы сломано было. Форма для шоколада пластиковая, традиция. Глубокая, нормальная форма для шоколада. Получится шоколад вот размером, как вы, если бы купили этот шоколад. Ёшкин кот, какая прелесть. А 161 рубль, кажется. Но я его пока распечатывать не буду, просто вот вам покажу. Пакетик вайберсный. В пакетике Озон я его просто с собой взяла в сумку, думаю, мало ли что. Я в пятерку шла чисто купить пару пару пар перчаток резиновых, чтобы посуду мыть. Мне что-то как-то не везет с ними. Магните купила, она как-то вот левая рука пару раз помыл посуду, уже продырявилась. У меня какая-то хрень откуда-то. А, отсюда упала. Думаю, откуда она тут взялась? Мои любимые котлеты, я не помню, обозревала я их в этом в пустых баночках еды, или у меня руки до сих пор еще не добрались. Как-то они продавались первый раз, я их покупала в бумажной упаковке. Сейчас вот второй или третий раз покупаю, они вот именно в такой упаковке. 165, короче, 166 рублей без копейки в пятерке стоят. Тут очень хороший состав. Кто меня давно смотрит, в курсе, что я загоняюсь по хорошему составу. Кто недавно, ну вот теперь знаете. 13 декабря прошлого года сделано, и до 10.06.21 они живут. Вот. Котлеты из трески, 300 грамм, четверг, рыбный день. Отличные, можно парочку. Вот я последний раз покупала перед Новым годом, парочку зажарила, парочка у меня была в морозилке, еще осталось как бы на второй раз. Я тут все всяких каких-то фруктиков купила. Несколько конфеток. 4 конфетки. Самарский кондитер. Абрикос в шоколаде с миндалем. Очень хороший состав. Не первый раз покупаю. Крайне редко их вижу. Но они бывают обычно в пятерке. В пятерке я редко бываю. И когда вижу, немножко себе так беру. Иногда приличненько. Иногда вот 4 штучки только. 47, что ли, он там был. Вообще не, были все по цене 48 рублей. Но на ценнике у меня вышли какие-то по 42 конфеты, какие-то по 47. Там еще чернослив есть с миндалем. Но как бы вот эти внутри миндаль. У меня есть чернослив. Я могу его переработать, также смешать с миндалем, шоколадом покрыть. Да? У меня есть где-то курага, но она такая, что ее вот чисто вот на компот из сухофруктов. И у меня есть финики, из которых можно достать в косточку, засунуть туда миндалинку, растопить какао массу или потереть какао-бобы, сделать этот шоколад, и будет несчастье. Но что-то геморриться не хотелось, а тут вот то из трех конфет. И я взяла 3 конфетки. Финики в шоколаде с миндалем, тоже самарский кондитер. Вот у них есть что-то с пальмом масла и все такое, а вот именно такие конфеты, они вот именно с хорошим составом. И у них даже вот на коробочках обычно пишется, ну там вот чисто весь состав расписан, чистый такой. И я не помню просто какие-то. Мне нравятся все вот такие 3, но какие-то из них мне чаще больше нравятся. Как-то я купила и вот схомячила так вот за 2-3 дня, так особенно под сканлейт хорошо идут, особенно под мадоку, ну, историческую мангу, то все, короче говоря, как-то под то, что требует больше затрат мозга. Цветок у меня тут предстоит тэпиться. Ну, сегодня, видимо, уже не успею. Короче говоря, суть такая, что каких-то конфет вот
разнообразие купила, и какие-то схомячила так быстро, а какие-то у меня долго лежали. Думаю, блин, о, круто, надо запомнить, что именно такие мне больше всех нравятся. Но какие я забыла. Я купила лимончик. У меня вообще там лежит, по-моему, уже высохший лимончик, месяца три, наверное, ему в холодильнике на дверце. Я тут купила три помидорки. Они как бы сливовидные, самые дорогие из всего, что я тут купила по чеку. Они 200 рублей за килограмм. Вот там была одна большая такая помидорка. И все остальные вот такие. Не знаю, как так получилось. Может, кто-то взял эту помидорку, туда положил, перемешав. Там, видимо, 200 сортов были. Может, просто она такая сливовидная, гибридная. Я хочу сейчас мясо запекать, и вот одну помидорку туда порежу. Перчатки. Эконта, латексные перчатки с хлопковым напылением. Раз. 37 с чем-то они. Я не помню, есть у меня или нет, вот дешевле, чем в ашановские. Эконта, модуль сменный для фильтра, выгодно, ресурс сменного модуля 170 литров. Это для Aquaphor Standard Light Ideal Rhythm. У меня, по-моему, Aquaphor Standard, я на днях вот покупала для родственников тоже Aquaphor Standard этот фильтр. И, ну, на Озоне там как бы дешевле было, чем, допустим, в Ашане. И еще где-то, или даже в том же нашем Магните, там вообще, о, цены какие. И дешевле, допустим, чем в Пятерке какой-то другой фирмы, этот фильтр и кувшинчик и фильтр, короче говоря. Так где-то, ну, в общей сумме на 100 с чем-то рублей. А тут этот стоит 105 рублей, ну, 104 с копейками, грубо говоря, 105 рублей без копейки. Хотя на ценнике чуть подороже был, не знаю, что у них там, как цены идут. Но он всегда как бы дешевле был, чем вот, допустим, вот последний раз я в Ашане покупала. Они как бы, ну, недорогие были, по-моему, ашановская. Это каждый день или что-то в этом роде. А тут я как-то зашла, в Ашане нету ничего такого ашановского. Есть другие фирмы с какими-то офигительными ценами. Мне такой штуковины где-то на месяцев 8 хватает, иногда даже на год. И так как я не в курсе, есть у меня еще или нет, то, ну, увидела, купила, что, пусть будет. Лежит, жрать не просит. Перчатки латексные 2. Размер M. Внезапно совершенно увидела. У меня как-то одно средство, я тут рекламила его. Но, видимо, где как, и может, бодяжиная, может, его как бы этот подделку делают, этот азелит, но он у меня вообще ни хрена не отмыл. Какой-то вот, ну, не такой был. Один в один флакон, как я покупала, цена в два раза меньше. Мне еще сказали, что в Светофоре вообще эта цена в три раза меньше относительно того, что как я летом, допустим, покупала. И еще крем, который мне очень нравился, в Светофоре продавался, но вот уже несколько, ну, полгода, как его я там не видела, к сожалению, больше нигде его не видела. Он хорошо отмывал и туалет, и всякие поверхности. И я тут увидела внезапно салфетки. Так охренела, они 70 чем-то стоят, тут 80 салфеток. Хаус люкс. Антибактериальные универсальные влажные салфетки 6 в 1. Убирают в доме, устраняют грязь, удаляют жир, наводят блеск, ароматизируют, убивают 99,9% микробов. Суть такая, что им можно протереть пол и линолеум, сантехнику, то бишь туалет, кафель, то бишь плиточку, бытовые предметы, потом кухонные плиты и поверхности, стеклянные поверхности. Ну, посмотрю, как оно с кухонной плитой. Там у меня в одном месте застарелые пятна еще от предыдущих хозяев, которые, учитывая, что в этой квартире еще до того, как мы ее купили, года 3 с лишним никто не жил. В общем, вот. Хотя плита была как бы новая. Ну, можно при желании уделать новую вещь так, что потом будешь годами ее местами что-то доходить и отмывать, да? Свити, давно хотела купить свити, но они что-то все какие-то огромные были, зеленые, дорогущие, жаба душила. А тут увидела маленькие свити. Много маленьких свити в Пятерке. 165 с копейками. Вроде как. Не помню, насколько он мне вышел. Хотя у меня тут где-то чек был на самом видном месте. И куда-то он. А вот он. Упал в чек. Свити, где ты? Свити, 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 свити. А нет, слушайте, вообще не 165, даже 140, ну, короче, 150 рублей без копейки. Вышел на 32 рубля 25 копеек, 215 грамм свити. Выхомячили этот свити. И яблоко, оно было такое грязное и красное. Я купила себе яблоко. Что-то еще что ли там есть? А, да, что-то, а еще есть киви, и киви я себе купила. Вот, пошла за перчатками, купила всяких фруктов.
Вот такой у меня обзор. Всем спасибо за просмотр. Если у вас было счастье пользоваться мешочком для запекания картошки и других овощей в микроволновке, дайте знать в комменты. Тут, кстати, по-английски все написано. Вот если вы не знаете английский, то отсканируйте или отфоткайте. Забейте там в какой-нибудь поиск и не знаю. Ну, короче, как-нибудь переведите со словарем. А если знаете, то будет вам счастье. Вот так. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.